Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Если вы не впервые на моем канале, постоянно смотрите мой контент, я буду благодарна каждому, кто подпишется. Я посмотрела недавно в аналитике, 60% людей смотрят меня без подписки. Это не может не расстраивать, поэтому нажмите на эту красную кнопку и сделайте ее серой. Итак, что у нас на сегодня? У нас пюрешечка с сердечками в томатном соусе, причем не томаты использовала я, а использовала два больших помидора, получается очень вкусно. Здесь небольшой барни, огурчики корнишоны, консервированные помидоры и у нас очень вкусный рулет. Если честно, за помидоры я прям дралась, можно так сказать. Мама говорит, что пока еще не время открывать заготовки и так далее, это нужно делать зимой. Я говорю маме, вот кто сказал, что заготовки на зиму обязательно нужно открывать зимой? Вот где написано это правило? Я очень люблю консервированные помидоры, особенно домашние. Пахнет. Короче, мы с мамой чуть ли не воевали за возможность открыть помидоры. Мама держалась молодцом. У нас просто действительно на зиму очень мало заготовок, но я не понимаю, какая разница, почему нельзя открыть час. Ох уж эти помидорки. Как же вы тяжело мне достались. Особенно с картошкой, как идет. Это вообще шедевр. На улице уже третий день пасмурная погода. Ночью гроза. Дождик. Подружки зовут гулять. Но я ни в какую. В такую погоду, честно, только сидеть дома, снимать мукбанки, смотреть ютубчик. Но даже когда работала, мне всегда не хотелось идти на работу в такую погоду. То есть я вставала и прям заставляла себя идти на работу. Мне категорически не хотелось. А сейчас у меня есть возможность просто сидеть дома. Я думаю, зачем гулять в такую погоду? А мама, кстати, вечно меня ругает. Говорит, вот, выходи на улицу, иди гуляй. Сколько можно сидеть дома? Обычно девочек родители ругают, чтобы они сидели дома, у нас наоборот. Меня ругают за то, что я постоянно дома. Причем в обязательном порядке каждый должен меня отдельно поругать за это. Брат, жена брата. Как только кто-то видит меня, сразу начинается тема, сколько можно работать, сколько можно сидеть дома. В комментариях то же самое. Летом я еще соглашусь с вами. А вот осенью вообще депресняк.
Итак, у меня здесь есть вопросы, которые я заскринила еще в прошлый раз, когда ставила опросник. Я постараюсь ответить на все. И, кстати, я в обязательном порядке всегда читаю комментарии. Там многие писали о том, что хотят слышать от меня истории подписчиков, как было это раньше. Поэтому, если вы хотите написать мне свою историю, я вам обязательно оставлю свой аккаунт, PR-аккаунт, Айка Емери PR. Вы можете перейти туда и рассказать свою историю. Но желательно, чтобы она была информативная, длинная. И я в видео обязательно ее озвучу, в комментариях мы ее обсудим. Посмотрим, насколько вам это понравится, потому что этот комментарий с просьбой рассказывать о истории подписчиков набрал очень много лайков. Итак, следующий вопрос. Ты работала параллельно учебе, было ли трудно? Я не работала в период того, как я училась в универе. Я считаю, что это большая ошибка. И эта ошибка скорее не моя, а моих родителей. Папа мне всегда говорил, что не надо работать, главное отучись нормально. Но... свободное время в университетские годы у меня было, я бы спокойно могла бы чему-то научиться. Однажды мне предложили работу помощника бухгалтера. Очень маленькая зарплата, прям можно сказать, только на дорогу и хватало. Но зато я бы научилась чему-то новому. Я пришла домой, как бы рассказала родителям, что есть такой вот вариант. На что они мне сказали, успеешь ты еще поработать, учись. Я как бы послушала их. И как бы не пошла работать. Также у нас в школьные годы была программа. Нет. В универские годы. То есть на 2 года, первый и второй курс, была возможность учиться за границей. Абсолютно бесплатно. Короче, этой возможностью некоторые воспользовались. А я пришла, рассказала дома. Мне сказали, забей. Ты маленькая, хрупкая. Фиг знает, что может произойти за границей, поэтому не стоит. И, в общем, от этой идеи я тоже как бы отказалась. Короче, в университетские годы, можно сказать, особо какого-то экспириенса в моей жизни не было. Ходили в универ, слушали лекции, возвращались обратно. Сказать, что в универе там какая-то была шикарная компания, друзья. Нет, сказать честно, группа у нас была неплохая, действительно. Дети все из хороших семей, воспитанные, абсолютно не было буллинга, никто никого не обижал. Никто ни перед кем не выпендривался, не считал себя выше. То есть действительно, вот если брать контингент, с которым я училась в школе и в универе, мне вот намного больше нравятся те, с кем я училась в универе. Иногда тут, там, в ТикТоке, там, натыкаюсь на видео своих одногруппников. Всегда с улыбкой. Нет абсолютно никакого негатива.
Я когда в школе училась, у меня в классе все девочки были такие, как будто они вот где-то в 5 классе. Ни у кого там ни гель-лака, ни лака на ногтях, ни нарощенных ресниц, ни нарощенных волос. То есть такие, знаете, прям baby-face девочки, которые вообще не красятся и только учатся. И вроде бы прошло только лето, я поступила в универ. И когда я увидела своих одногруппниц, такие чикули. У всех сделаны ногти, укладки, шпильки. Я посмотрела на них и подумала, вот это мой рай. Я, получается, до 9 класса училась в России. И школьницы в России очень сильно отличаются от школьниц здесь. Здесь школьницы, ну, по крайней мере, те, с кем я училась, вообще не наносили даже тон. Когда я первый раз пришла на линейку, меня спутали с учительницей. Какие-то все, знаете, не хочется обидеть, но какие-то все скучные были. Вот действительно. Там сами не красились, и тебе делали замечания, моя одноклассница. Ну, как в универ поступила, одна другой советует косметолога, там кто-то. Общество было более толерантным. Но возвращаясь к вопросу, в университетские годы, к сожалению, я не работала. Но если вы сейчас поступаете или уже поступили, например, куда-то и учитесь на 1-м, 2-м курсе, я вам настоятельно советую работать. В этом нету ничего плохого. Абсолютно ничего постыдного. Работать никогда не стыдно. Причем наши учителя в универе действительно были в этом плане очень лояльны, вот честно. Они поддерживали студентов, которые где-то там что-то работают, возможно, где-то пропускают уроки. И всегда наши учителя, они говорили, для нас только в гордости, если вы будете работать в каком-то хорошем месте, закончив наш универ. Нам, наоборот, неприятно слышать, что кто-то с нашим дипломом находится без работы или где-то продавцом работает и так далее. Поэтому в этом плане как бы учителя тоже поддерживали, и это было очень приятно. Давайте десерт вазнем. Я раньше ходила к стоматологу. И там у стоматолога была ассистентка. И она всегда приходила на полдня. Так по внешнему виду видно было, что она где-то в универе учится. И потом я спросила у стоматолога, и он сказал, что действительно она учится в универе на стоматолога. И с 1-го курса работает ассистентом рядом с ним. А он достаточно такой, знаете, вспыльчивый был. Порой даже как-то грубо выражал свои эмоции. Но при этом, при всем, вот сколько лет я носила брекеты, она там работала. То есть хочешь, не хочешь, в универе, хоть ты изучаешь теорию, практику на работе обязательно совмещать. Сейчас я не знаю, как сложилась ее судьба. Но наверняка она где-то работает стоматологом.
У меня почему-то ее лицо не осталось в памяти. Я помню, что у нее кудрявые волосы были, такие круглые очечки. Она была такая худенькая, плюс-минус такого же роста, как и я. Кстати, насчет роста. Мне все постоянно в комментариях гнобят: ой, ты врешь, ты не 1,67 м, ты меньше, я тебя видела, ты маленькая ростом. И вот я когда встретилась с Амиру, первая реакция ее, она говорит: ты гораздо больше, чем я тебя представляла. Не надо тут на тетю наезжать. На этом все, мои хорошие. Я наелась, было действительно очень вкусно. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вот я смотрю на себя, и мне прям не нравится, как я выгляжу. Во-первых, эти волосики, которые торчат в разные стороны. Это тон, который мне как-то не к лицу. Не знаю, вот ну не нравится мне картинка, ну да ладно. Уже видео снято, так что его выложу. Всех люблю, целую. С вами была Айка.